Бег на надувных лыжах, радиоуправляемые елки и бой подушками, а еще ярмарки, выставки и увлекательные экскурсии. Все это ждет жителей Московской области этой зимой, рассказали накануне журналистам в агентстве ТАСС. В регионе во второй раз запустили туристический проект «Зима в Подмосковье». Одна из его целей – рассказать о возможностях отдыха в области. В прошлом году этот опыт посчитали удачным. Мы поняли, что действительно люди в этой информации очень-очень нуждаются. И что вырос тогда турпоток, у нас приехало более 9 миллионов посетителей, туристов, и мы поэтому продолжили в этом году. Проект правительства Московской области охватит 15 городов региона. Открытие «Зимы в Подмосковье» пройдет 7 декабря в Дмитрове. Там готовят массовый семейный спортивный праздник «Спорт, снег, смех». В число главных туристических направлений также войдут Коломна, Новый Иерусалим, Сергиев Посад, Истра. Не обойдут праздники и Химки. Чтобы придать округу нарядный вид, подготовили более 350 инсталляций и праздничных конструкций. Парки украсят более 13 километров гирлянд и 5 новогодних елей, которые прямо сейчас устанавливают. Уже 1 декабря вместе со всем Подмосковьем мы включим праздничную иллюминацию, и наш любимый город засияет новогодними огоньками. И в рамках этой акции у нас будут в каждом парке проводиться мероприятия. У нас будет залито 28 ледовых площадок, где можно будет жителям покататься. Уже с 1 декабря у нас начнет работать наш каток на улице Панфилова. Сейчас ведут монтаж катка с искусственным льдом, который откроется 14 декабря и будет работать всю зиму в сквере «Юбилейный». В распоряжении химчан будут уютные теплые раздевалки и прокат коньков. Узнать, что еще интересного будет в Химках и в Подмосковье, можно на специальном туристическом портале.